Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и мы в Shadow Fight 3. Я долго не мог зайти в игру, где-то около 3 дней, потому что во время молнии у меня сгорела сетевая карта на компьютере, и вот я ее заменил. Доступ к интернету появился, и, собственно, я в Shadow Fight тоже образовался. Я прошел Стальную Сакуру, открыл пару паков, возможно, я сейчас здесь какой-нибудь вставочкой покажу, что там мне выпало. Возможно, даже в двух разных бустер-паках, потому что я открывал 2 престижных, один купленный, один ивентовый сам по себе. В общем, было неплохо, престижную Сакуру я все-таки осилил, я ее вынес, просто пошел ее, вынес и все. Хочу сегодня открыть, скажем так, легенду, до сих пор у меня она не открыта. И, собственно, за династию, да, я планировал завестников, конечно, открыть, но ладно. Давайте заберем, посмотрим, что у нас там. Бустер-пак Лиги Легенда. Давно я не делал серии с открытием, и сегодня, как бы, ну блин, почему бы не сделать? Как бы оно должно было выйти еще в понедельник, но я сделал сегодня. Итак, триплекс, это эпический прием для Гуаньдао, Северное Сияние, Отвага, Лад и Морпеха и Загнанный Зверь. Ну, сегодня нас одели, очень хорошо одели вещами, оружие, конечно же, нам не дали, но, тем не менее, это неплохо. Еще появился новый марафон, конечно же, я участвовать в нем буду, я только сейчас вот зашел, здесь изображена моя любимая, во-первых, во-вторых, марафон победителей, это 3 очка, 45, 150, 750 за различные редкости сундучел. Насколько я знаю, здесь 2 этапа, и другой будет до 4800, по-моему, идти. Если выполнить их оба, можно пофармить 650 рубинов, это очень даже неплохо. У меня есть сундуки, которые там остались, и вау, акция какая-то на мечи ликвидатора, вау. Июньское предложение, 9265 будет, если я задоначу, 65 мечей сразу заполучу себе, прикинь. 65 карточек, чтобы это получить. Блин, очень даже неплохо, нехило. Но сегодня мы немножко с другой целью, поэтому давайте, собственно, приступим к открыванию, но сначала открытию. Но сначала мы посмотрим, что есть... Так, что есть в магазине. Так, в магазине у меня, конечно, сегодня 5 ключиков эпических. Не знаю, помогут ли они как-то или нет, но я пофиг куплю. На выходных я не успел отыграть выживание с ключами, что очень плохо сказалось на том, что появился этот ивент, не ивент, а марафон. Ну и, конечно же, я мог получить, наверное, больше чего-то, но не получу из-за того, что я просто эти ключи не отфармил себе. Отлично. Редкий династия. Недавно открывал редкий за... Вестников за Иту, и мне дали оттуда 2 эпические карты. Я такой подумал, блин, может быть механика этих бустеров сломалась, и мне стали давать в редких паках награды эпических паков. Я такой подумал, интересно, интересно. Но потом открыл пару сундуков и понял, что все нормально. Все нормально, из них мне ничего такого особого не высыпалось, поэтому я такой думаю, ладно, фиг с ним. Баги игры, наверное, все дела. Но на самом деле мне очень сильно сфартило, я был доволен. Достаточно неплохо, когда из простого обычного пака тебе падают целых 2 эпические вещи. Это интересная очень ситуация. И она очень-очень редкая, что немаловажно. Ну что ж, сегодня я хочу открыть что-то завестников, потому что давненько завестов не открывал. Вот, и возможно даже что-то усилится, и будет что-то даже неплохо. Хотя у меня сейчас завестов и так, считай, Сакуру, я там, блин, такой сильный, весь классный стал. Вот, значит, и поэтому сегодня я все же распакую, наверное, эти сундуки. Да... Ну и пополучаем, что-нибудь пополучаем. Давай начнем с эпического. Он дает 150 очков, по-моему. Но тем не менее, может быть, что-то вкусное из него выпадет. Давай. Робо молчания, маска лавы, радужные кромсатели, мельница лезвий и теневая энергия. Хорошо. Ух ты, мне буквально еще парочку не хватило, чтобы еще один открыть. Отлично. Отлично, открываем еще один эпический сундук. Значит, что теперь? Диссекторы, модулятор, броня затмения, застревающие иглы и монеты. Окей, хорошо. Так, забираем еще. Так, мы еще можем тут забрать.
нам не хватает немножко, получается. Ну и ладно. Давай открываем легендарный. Посмотрим, что у нас будет в легендарном сундуке. Надеюсь, что-то будет интересное, что-то классное, что-то радостное. Итак, радужные кромсатели. Буак. Буак. Массивные мины, скальпель и монеты. Я больше всего здесь, на самом деле, рад скальпелю. Ну, прикольная катана, эпическая. Мне почему-то нравится. Ух ты, у меня есть еще один легендарный сундук. Рили. Ничего себе, я думал, у меня он один всего лишь. Ладно, окей. Так, что в марафоне? Я вообще не подозревал даже, что у меня еще есть. Еще 15 ключей даже в довесок получу и 10 эпических. Так, у нас сегодня с вами прямо открытие получается шикарное. Окей, давай заберем награду. Очень надеюсь, что в одиночной карте получу за династию что-нибудь. Очень надеюсь на это. Давай Иту. Покажи что-то крутое, что-то классное. Пусть мне выпадет, чтобы было все хорошо. Хотя, блин, новой главы нету, и как бы искать что-то хорошее и новое — это глупо сейчас, ну ладно. Радужные кромсатели и первичная защита мне выпадает. В принципе, неплохо. Так, смотри, я на пути к рубинам и к особой карте. Ну да, особой карты, конечно, еще надо будет достать, поэтому давай откроем за легион, пожалуй. Так, откроем за легион, пожалуй, сундук тоже. Я думаю, это будет неплохо. Я думаю, это будет неплохо. Два легендарных. Я вообще не представлял бы себе, что есть у меня такое здесь. Окей, легендарный сундук. Поехали. Пусть медленно открывается. Скажем так, интригует. Пепел и свет. Они у меня усилятся. Нет, они усилились, но на маленькую-маленькую долю такую, знаешь. Значит, китель морехода. Тоже на маленькую-маленькую долю. Сейчас будет что-то, наверное, вкусное, если это, конечно же, не перк. Да, неплохо. Это великодушие. Не скажу, что это прям вау-вау-вау, но тем не менее, великодушие, неплохо, неплохо, наверное. Окей, точка невозврата и монеты. 14 тысяч монеток. Третий! У меня их три? Не, погоди, я определенно столько не получал. Откуда он взялся? Что это за легендарное открытие пошло сейчас, я чуть не понял. Серьезно, я так давно не открывал легендарные сундуки, что у меня их три штуки сейчас в данный момент. Так, ну меня это несказанно радует, я прям несказанно рад этому, сейчас я прифигел. Так, хорошо, так, давай тогда, ну давай откроем снова за легион, фиг с ним, мало ли, может что-то прикольное еще выпадет. Почему бы нет? Легендарный сундук, поехали. Вот это да, третий, копье милосердия, значит, зов свыше. Китель морехода очень часто выпадает, слепая ярость и монеты. Если сейчас будет четвертый, я вообще офигею. Да, все. Смотри, прям подчистую, 0 из 30. Прям на 3 набрал. Значит, было бы 2, если бы я ключики не забрал. Все понятно. Так, окей. 3 сундука легендарных сразу открыли. Это очень-очень круто. Так, давайте перезаходим сюда. Марафон победителей полностью прошелся. Полностью первая шкала прошлась. Идеально. Ну что ж, забираем награды. Что там? Там у нас... Ты понял? Ты понял или поняла, может быть? Отлично, костюм за династию. Маркус. Бах-бах-бах-бах-бах. Ну-ка, давай посмотрим, что там в тебе будет. Офигеть. Это было круто. Так, носорог, догмат... Сияющая, нифига, три леги просто с Маркуса. Ничего себе, Маркус. Ты с каких пор таких вещей стал давать? Алло. Маркус, ты же говно всегда давал. Нормально, нормально. Так, и от Маркуса есть толк, оказывается. Так, хорошо. Значит, блин, как бы я хотел 4300 очков получить, чтобы узнать, что там за карта меня ждет. Но, блин, до нее надо пыхтеть как проклятому, да. Конкретно. Ну что ж, я очень доволен сегодняшним открытием. Ну, я не знаю, стоит ли забирать эти 100 рубинов, что они мне сейчас дадут. Но я заберу, ладно, пофиг. Пусть будут, пусть лежат. Слушайте, ну я реально доволен. Доволен тем, что 3 целых сундука у меня лежало, томилось, копилось. Это очень-очень здорово. Прям, я прям радостный. Еще и вещь нужная выпала. Ну, по крайней мере, за мою фракцию. 7600, ты посмотри. На 300. Так, это теперь я при максималах какой? Какой я стал при максималах? Мне прям стало интересно. Я прям стал вообще секст, походу, там жесткий. Секст. 23.013. Просто изи.
Очень-очень неплохо. Блин, еще бы дойти до той карты, все было бы классно. Вот, ребята, вопрос, почему я так быстро качаюсь. Изи! Без доната, ребята, просто без доната. Марафоны делают свое дело. Да, друзья, это было круто. С вами был Влад Шима. Вот такая вот получилась серия. Это крупное открытие, очень крупное, очень интересное открытие получается. Всем желаю таких же крутых и интересных открытий. Постараюсь я, конечно, дойти до конца марафона, но наберу я еще на два легендарных сундука или нет, я не знаю, это очень-очень сложно, но, возможно, вот подобные сундуки, вот подобного формата мне в этом помогут. Было бы, конечно, неплохо, если я до конца недели управлюсь с этим, то, конечно же, я сниму вторую часть этих открытий. Вышло очень неплохо. С вами был Влад, всем спасибо за просмотр, за ваш лайк, за королевский коммент. Всем пока!